Вы не добьетесь. Пиздец ты, Миша, вагон в натуре, на. 5 лямов чисто, блядь, не добить, я с тебя в ахуе. Что, Лёх, будем бегать, нет? Да вы не убьете. Думаю, толку нет. Вот У вас 2 БРа. Через 2 минуты. Там у шамана встать, допустим. Что там, встать ни у кого нету? Нет. Валер. Там до хуя бить вообще. Лям остался. Да лям-то снесем, блять, но не соло уж то. У меня 4,5 показывать. Она, у нее остается 3 миллиона, и босс побежден. 1,5 ляма, значит. Отложить-то нету. Давай попробуем, похуй. Там блядь, уже в берса пойдет. Берса бить. Я пойду покурю лучше, диван сяду. 5 минут до берсы. Миш, а как ты собираешься убивать? Просто у тебя один танк, и ты один... Все, смотри. Леха держит, трэш, я бью, все. Трэш меня быстрее съест, у меня нету отхила вообще. 50 на 50 прожми, попробуй, если есть. Хорошая идея. Сам себя светом небес хильни. Только у меня, видишь, минус отхил уже на... Да попробуйте, че, уж получится. Я ебал рот ее еще разбить, но заебало уже. Придется все равно. Ну какой-то милик не отбежал. Либо на пета опять настолько фартовал. Прям ровненько по рейду. В смысле, вот, да, ровненько, не влево, ни влево. Лучник зал жестко. По красной мерке прям пошел. Кто на малом круге, за малым да, кругом. Если бы не легли, блядь, на первом натиске, было бы... Да, натиск, типа там дохуя миликов сдохло, потом еще ауди на второй фазе умер. И 2 конченых пути. Нахуй миликов сдохло, это все, что ли? Ну там 4 человека умерло сразу же. А, я живой был. Я, конечно, не эксперт, но очень близко лежит Гефа к центру босса. По кресту пошел. Вот если бы сейчас второй луч не был бы таким конченым, еще бы был шанс. Угу. Так в смысле, мы бы убили. Он не был конченым, мы бы уже убили. Причем можно вот, пока отойти, да? Смотри там под боссом, смотри сколько... А, это они сдохли от этой, от натиска. Или от чего? Чё там, перекурить можно, чай попить, да? Пока это идет. Нет, это будет сейчас великая... Ну, сейчас меня заебет, я сам... Блядь, там 3 ляма, ну до 3 лямов вам нужно... Сам 1,5 миллиона? Блядь, 1,5 миллиона? Удачи! Ну, что-то время почти... Миш, для сравнения, у тебя в катализаторы меньше 1,5 ляма. Ты в катализатор сейчас будешь только бить 10 минут. Уже, блядь, берса начнется, и ебать, еще потом 1,5 ляма ладно, бить. Ладно, давай падаем. Встань, диванда. Под купол туда, поближе. А сферы падают, которые на третьей фазе, они дамажат, нет? Да. Естественно, и режут от хил. Да, и да, тебе капают. Народ себя игнорирует, ауты и не бегает никуда. Если бы не был вот этот луч конченным последним, мы бы ее убили бы еще до. Да, если бы конченый ауди с вами не был, вы бы давно уже все прошли весь контент. Ну я так понимаю, в принципе, латником можно игнорировать, да, эти сферы? Нет, конечно, если у тебя сфера на 10% хил по тебе режет, как ты будешь игнорировать? 5 сфер 50% от хил режет по тебе. Ну там не 10%. А сколько? По 4% каждый стак. Я вот сейчас лежал, смотрел, люди стоят, бьют, в них сферы по 2, по 3 залетает, никто ничего не дергается. Дергается сейчас вот конец. Потому что их надо сбивать. Минус 80% от хила, такое просто уже не прохиливается. Вам не нужно умирать, не нужно так много стаков. Ведь мы вас потом просто тупо не прохилим. Ну ясно. Для сравнения, у мага КД сбития коста 24 секунды.
Желательно просто вот она падает от нее в сторону, да, получается, отойти. А. Что так не так дохуя и бьет. Косты сбиваются максимум у одной копии, походу. Вот Void дальнюю сбивает, которая подальше от рейда. И такое ощущение, что либо все одну сбивают, либо половина забила болт просто на нее. Был такой момент, что вроде вообще не падали шары. Там... Старый красиво в луже стоишь. Там две копии прям в упор к рейду стоят. Сбивали три человека, по сути. Смотрю, короче, сбиваю косты копии, бежит старый, становится в лужу от луча и спокойно стоит дальше косты. Хуй, он с ней не выбежит уже никак, типа, да. Не, он выбежал, чё? Карина тут? Нас перекур или чё? Не, типа, если ты на краю стоишь, еще реально выбежать, если ты, блядь, в центре, вот как я появился, там хуй, вообще никуда выбежать уже. Так не, он туда сам запрыгнул на краешек, постоял, пока ему не сказал, а потом выбежал. Чё там, можно чай сходить налить или чё, или сейчас пробуют? Не знаю, он прошел, типа, либо меня так быстро отхилили, либо он вообще, типа, нихуя не дамажит. Ну, он особо, ну, не прям уж сильно дамажит. Пианист. Что? Тут? Или ты куришь? Я здесь. Я просто тут... Смотрю видос, пока там все бафаются. Провокатор. Денчик, Фанзора. Да хули там смотреть, заебали дохнуть нахуй, эти милики ебаные. Жнен, на третьей фазе СС я кидаю на себя. Потому что меня постоянно в глобе продают, а мне нужно кидать дзинглоб у босса, если нету логи. Ой, ты сейчас на втором куполе, впереди вообще всех бежал. Что-то там бедный женёк. Где ты раньше говорил, паладины типа стоят, тут так дохуя народу вот в этой метке, типа в черепе появляется, получается, народ. Там он дохуя народу впереди в другую. Под него впереди все лужи разливались, я не знаю, как он бежит. Я перейду в другую. Чё, запускать? Подожди. Да чё, да? Актимиори бафните. Масс бафами. Тьмея. Идет 9 тысяч, 8, ну 8 лямов, 9 лямов, потом резкий спад. Ты тебя подлямажу. Карина, чего не хватает? Пристобав. Это да. Пристобав, да, япончик? Запускай. Линкуйте фулл, чего вот только 9. Смотрите вообще, что там. Со второй фазы он линкует. Он не линкуется дальше. А, ты имеешь в виду фулл. Фростгорн слакает по глыбам. Чё, я слакаю топ-2 по глыбам? Ты серьезно сейчас? Смотри. Или ты по каким? По гробницам, если чё, я в три раза в гробнице стоял. Я не знаю, бей изнутри. Бей её. Блин, мне так калит. Писай, она растает. Первая фаза, блядь. То, что мобы дохлые, да, старичок? Просто неинтересные, просто хуйня, а не фаза. Но я пытаюсь заразить, они да? Так дохнут быстро, я аж, сука, бешусь. Все, ребят, давайте сейчас мы ее убиваем. Долго, здорово. Пожалуйста. Ты миликам скажи про это. Не, да хватит, а, старик? Обобщать. А вот, пожалуйста, сразу же убивай.
Шторм. Разбежались. Убежались. РДД свечнулись. Шторм. Разбежались. Разбежались. РДД свечнулись. Перебежали. Разбежались, шторм. Сбежались. Свечнитесь. Подождите, нет, пусть поставят, по-моему. Все, добивайтесь. Сейчас последний шторм будет через 30 секунд. Сбежались. Добивайтесь. Тот не тел я.
только свечнулся. Свечнулись. По меткам. Разошлись по меточкам. Прожали. Лучи первые. Лучи. Метки. Эрнест, Кепка, Нусяга, Каска. Метеора. Лучи. Метки. Метеоры. После метеоров сразу поползут. Зубы поползут. Капрахи. Сейчас мастер ауры. Вымайся, ауры. Лучи. Метки. Метеоры. Лучи. Метки. Адмирал Ауди, провокатор Ека. Метеоры. Ты берите. Ползут. Сразу лучи будут, велики не подходите. Орните вы себя на хвост. Чья? Метки. Метеоры. Так. Лучи. Метки. Метеоры. Лучи. Тимыч, подними пухана. Метки. Из черепа метку выносите. Ползут. Бейте, не будет фазы. Давай. Можете перебегать. По пухану ребаф сразу даете. Масс, ребаф и каску.
за натиск. Третий. По денчику инер. Мана почти нету. Ауди, где твой саппорт? Боря. Пончик Ауди. Луч. Натиск. Натиск. Буря. Женек обнаружил. Луч. Буря, старик, персик. Натиск. Геру. Геру, блядь. Геру, Геру, вы чё? Луч. Пизда. Ауди, Эль Мурсио. Вам там нормально? А чё нормально? Ну, она заморозила, я ходить не могу. Как я отбегу тебе под натиск? Тут вар запорол. Всё потому, что когда земля, рывок туда давать не стоит. Он мог сделать вмешательство просто. Нет, он сделал рывок, его замедлило и... Нет, а из лужи вмешательство мог сделать. Это слишком высокий уровень игры. Ну, уже пора ГП давать. Все, на этом. Жду. Вару начислишь с аудио. Че, РОС что ли? Или РС? Пойдем. Не, явно все. Хватит. Здесь больше. Дай портал, мат. Пожалуйста. Кайф. Два долбоеба, которые не нормально делать. По-другому не скажешь. Сколько раз еще сдохнуть, чтобы все, блядь, все.